диване заразно. По опыту известно, что, когда один человек начинает зевать, он заражает этим всех окружающих. Сложно сказать, насколько это верно с научной точки зрения, но некоторые антропологи полагают, что рефлекс к повторению зевков соседа остался у нас от обезьян. Известно, что шимпанзе очень любят передразнивать зевание друг друга. То есть, зевая вслед за соседом, мы просто подсознательно передразниваем его.